Для пустыни свойственно молчание, терни в цветающих убор, а прохладным утром и ночами филинов гнетущий разговор. Кто решался бросить вызов зною, только в Боге силу получал. И тогда над жуткой тишиною словно колокол призыв звучал. Он раздался ни в убранстве скиней, ни средь знати, преданной греху, голос вопиющего в пустыне землю иорданскую встряхнул. Иордан, ты очень много помнишь, седина в твоих волнах видна. Иисусу Навину на помощь открывал объятия ты до дна. И застыв почетным караулом, вдаль Израиля благословлял, а затем с веселым гулом дружно мчался к жаждущим полям. Годы мчались, как стрела из лука, но теперь взгляни на берегу. Навина, праправнуки и внуки слушают Господнего слугу. Грубо сотканный верблюжий волос в скромности накинут на плечо. Там пророка неподкупный голос к покаянию тысячи влечет. Ослепляя сонный горизонт, солнце встало в бахроме румяной и мгновенно с голубых высот окунулось в свежесть Иордана. И, казалось, яркие лучи до глубин просвечивают воду, чтобы плен израненной души при крещении заменить свободой. Люди шли угрюмо через пески. Как они нуждались в покаянии, чтоб в глаза печали и тоски свет проник божественным сиянием. Берег тихо заполнял народ. Разнеслась предтечи правда. Сотворите покаянье плод и пути пред Господом исправьте. В дверь сердец вливалась чистота, вытеснялась верою бессилие, и равнялись горные места на пути грядущего Мессии. Взглянь, Креститель, скорее взглянь, там, где стражем стоят барханы, силуэт появился нежданно. Это тот, кто не знает зла. Огласи его имя скорей, голос твой пусть сильней звучит. Расскажи о любви Назарея. Он от неба несет ключи. Пусть летит к уголкам глухим весть добра равнодушных тревожа. Все внимайте. Вот Агнец Божий, поднимающий мира грехи. Не сводя с Иисуса глаз, люди были полны внимания. А он шел, выполняя Писание, пред народом представ в первый раз. Излучая любовь, сам с безвинной душой, сняв хитон все богатство наряда, чтоб исполнить всякую правду, в иорданские воды вошел. И когда пред лицом землян сам Бог свидетельствовал о Сыне, средь немногих счастливцев в пустыне был ликующий Иоанн. Опустел Иордан на берег. Где предтеча, где его друзья? Как не хочется сердцу поверить, что Креститель под стражу взят. Его проповедь вспомнил Ирод. Кто посмеет царя обличать? И за это глашатай мира стены камеры повстречал. Ощутив на руках оковы, понимал он, склоняясь ниц, это сеется истинное слово через решетки мрачных темниц. От ветра он не гнулся, как тростник, но с истиной вошел под свод темницы, и ему цветущие не видать весны, и под свободным небом больше не молиться. Он пред Мессией камни убирал, готовя путь к потерянному счастью.
Но испытаний вдруг пришла пора, и стал креститель скорби соучастник. Аминь.